этому часу в 12 регионах страны спасено и эвакуировано более 12 700 человек, из них 4 728 несовершеннолетних. В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях в пунктах временного размещения находится 6 461 человек, из них 2 570 детей. При этом привлеченными воздушными судами эвакуировано 961 человек, из них около 260 детей. Круглосуточно работают телефоны горячей линии. Уже поступило 592 звонка. Продолжают функционировать республиканские и областные оперативные штабы.